Всем привет, ребят. Ночной видосик после колды решил записать. Открылся на русском сервере. Открылось событие карта богатства. Сейчас посмотрим, поменяли награды или нет. Карточка 10, да, награды поменяли. В принципе, довольно-таки неплохие плюхи. 150 камней, 10-я сумка. Ничего себе, можно вытащить даже суперсилу, если повезет. Карта, в принципе, неплохо. Это с эмблемками, ну, довольно-таки неплохой. Ивент. Сколько будет? 12 дней. Нормально, главное не забывать фармить. Так, на русском также фонтан есть. Ничего себе, 3 молоточка. Так, и есть вход в игру и приз. Сейчас посмотрим, что у нас здесь. Первый день. Значки почета. Второй. Сундуки. Пятый, правда. Один. Ну, маловато как-то. Девятый. Так, неплохо. Нифига себе. И 10к, что ли? Офигеть. 10к кулаков. Вот это однозначно плюс. Вот это топчик. 50к, я считаю, это отличный приз. Так, и здесь у нас ведьмочка получается. Практически можно будет... Ой, говорю, ведьмочка на 7 скин. В принципе, неплохо. Главное, не забывать забирать. Ну, халява довольно-таки неплохая. Так, снеговики. Все, больше ничего нету. Но учитывая то, что халява классная, поэтому не пропускайте, в принципе, и эта тема классная. Так, парящий. Тут значки почета. Один зефир. Карта богатства довольно-таки неплохая. Скины. Да, отлично. Шансы словить топовые плюхи есть. Камешки. Кристаллы тысячки, 30 штук. Вообще отлично. В общем, порадовали. Не забывайте, ставьте лайки, пишите комменты. Всем удачи, всем пока.